самолеты, аирдропы, наверное, в игре есть. Бля, папгеры летят, я тебе говорю. Эй, йоу! Привет, дружище! С тобой, как всегда, я отец Шумору, и добро пожаловать в этот прекрасный пятничный вечерочек. Видишь этого мужчину в трусах? Так вот, это я. А видишь тех мужчин с автоматами? Так вот, это они. И находимся мы с тобой сейчас в Сибири. Значит, в игре под названием Survival Classic. Значит, просматривал я просторы Стима. Да, ну, сижу такой, смотрю, а что бы, блин, поснимать интересного, что мы давно вообще не снимали? Я понял, что мы не снимали с тобой обоссывание. И решил найти какую-нибудь игру, подходящую под этот, соответственно, под эту категорию игр на моем канале. Итак, значит, 200 рублей я оплатил продукт и хочу в него поиграть. Название и описание гласит: «Мы с тобой выживем сегодня в Сибири. Нам будет страшно, обидно и больно». И, значит, вот я здесь, я зашел, значит. Давай посмотрим, что у нас. Кстати, как у тебя дела? Спасибо тебе за лайк, как всегда, царский королевский. Значит, давай посмотрим. У нас здесь есть ваше место в рейтинге. Ваш рекорд. У меня есть какие-то рекорды и рейтинг. Мне сейчас снежинка чуть лицо не упало. Значит, там у нас полицейский УАЗик. Здесь у нас два бомжа, а это я. Когда я делал небольшие настройки, я заметил офигенную озвучку в игре. Слушай это. Слушай. Тут. Как будто ты изначально пиздишься в меню уже с кем-то, понимаешь? Осталось только, знаешь, звуки крови. Ладно, не будем об этом. Давай нажмем играть, давай посмотрим, что у нас за выживание в Сибири. Ты знаешь, все подобные игры навевают у меня воспоминания о сталкерах всяких и прочем, потому что, ну, атмосфера, выживание, как бы и так далее. Вот игра называется Survival Classic. Survival Classic. Во, смотри, мы с тобой в Сибири. Судя по скриншотам, меня не обманули, значит, игра мне реально напоминает сталкер. У меня с собой в Сибири есть... Ух ты ж, ёб твою мать, вот это я жесткий. Смотри, какой ёб твою мать, вот это мужчина, блядь, жажда порядок, нахуй. Из голод порядок у меня, температура у меня порядок, и здоровье у меня порядок, я весь в порядке. И у меня есть ближний бой. Как мне активировать? Я только что доставал эту штуку. Вот, на троечку. Вот все, на троечку. Танч! Значит, мы с тобой находимся в лесах Сибири, и, значит, здесь нас должны обоссать. А точнее, мы с тобой не должны дать, чтобы нас обоссали, значит. Понял. К игроку привязана камера, то есть, точнее, не к игроку. Моделька персонажа существует только от третьего лица и для третьего лица. От первого лица у нас ничего нет. Мы просто управляем камерой, и тело персонажа у нас не имеется. Уже не ААА, уже, блядь, очень плохо, как бы. Уже очень плохо, но тем не менее. Опа-на. Но есть лут и инвентарь! А это уже окупает 200 рублей, потраченные мной в Стиме, братья мои и сестры. Так, значит, хорошо, у меня есть что лутать. А если есть что лутать, значит, у меня есть интерес. А если у меня есть интерес, значит, сексуальность есть, значит. Достойна ли обоссывания игра, сейчас узнаем. Анимации говно, передвижение говно, персонаж плавает очень-очень-очень-очень плохо. Игра сделана на движке Unreal Engine, а он является говном, на мой взгляд. Но, тем не менее, значит. Ладно, это я сказал про Unreal Engine, ну, потому что я-то игру делаю на Unity, как бы. Ну, на Unity делаю, знаешь, такие игры, как Rust, Escape from Tarkov. На Unreal Engine делают все, блядь. Все, что ты видишь практически, да? Ну, на Unity тоже, конечно, много всяких... Это что за ебень? Ебень, это кто? Маленький! Ой-ой-ой, ай-яй-яй, 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 из тебя мясо вывалилось. Это кто такой-то? Рюкзак полный? Какого хрена рюкзак полный? У меня рюкзак не полный. Братья мои... Мне рюкзак не... Хе. Не, ну это... Такое тоже бывает. Тебя рэгдолл заел, а все нормально. Так, значит, что я могу сделать с мясом с этим? Как я могу? Могу прочитать. Сырое мясо малоэффективно. Приготовьте его на костре, жареное, значит, здесь полноценная выживалка в Сибири, ты понимаешь, как бы? А что у меня там по здоровью? Жажда здоровья. Я немножко ранен. Так, у меня пошли подлаги. Надеюсь, игра не написана на C++, Unreal Engine, тут какое-то извращение, в чем я сомневаюсь, конечно же. Обычно на Unreal Engine все делают блюпринтами, визуальным программированием. То есть, как бы, ну смотри-ка, есть у нас предметы, ящики, то есть все это работает. Есть даже сейф, есть где лутаться, нам нужен ключ. Я понял тебя. А кто дышал? Или это я дышал? Вот такой звук был. Карта есть у меня? Карты у меня нет. То есть я где-то в ебенях Сибири, и мне непонятно, где я нахожусь, понимаешь? Да, то есть насколько здесь что есть еще такое? Это снежок сюда попал, да? Я понял. Почему у меня рюкзак полный? А у меня вес заполнен, а не рюкзак полный. Напишите нормально, пожалуйста. Не рюкзак у меня полный, это что такое? Зачем мне столько аккумуляторов? Мне аккумулятор не нужен, это что такое? Аба-аба-амос. Абамос. Абамос? Вспомогательное оружие. Я это есть могу? Я... Да, я съел Обамус.
Ну ладно, сейчас это уже не актуально. Видимо, игру начинали разрабатывать, когда Обамас был актуален, как говорится, да? Опа-на! А вот это уже интереснее. У меня есть пенсы. То есть у меня есть спортивные штаны. Ага. Полосочки есть? Нет, не германочки, ну ладно. Но все равно пацаны поймут меня, если я в таких приду куда-нибудь. Значит, есть консервочка. Что у меня по здоровью? Здоровье 96. Стоило съесть Обамас, как говорится, и у меня все заебись стало. Вот это я поймаю, это молодцы, вот это наделали игру. 200 рублей, 200 рублей. Ну, 200 рублей не такая большая цена, понимаешь? 200 рублей это одни из самых... Да пошел ты на, это кто там? Там Мишка-шалунишка, по-моему, на меня кричит. Да, смотри, Мишка Шалунишка, радостный бежит, да пошел ты на... А ты сюда не войдешь, Мишка Шалунишка? Понимаешь, потому что ты толстый, жирный, вонючий. Лучший искусственный интеллект, блядь. За 200 рублей, ёбаный тебя. Я пошел нахуй! Здесь папино место, папин дом! Сука, какие у них рэгдоллы замечательные. Мишка Шалунишка. Хуеть, у тебя жопа перекрыжекрыжила, у тебя нога вставилась в жопу и там продолжает плавать. Понимаешь, как будто жопа твоя, это океан. Господи. Какие... Нет, эти разработчики явно художники, братья мои и сестры. Они явно художественным искусством занимались, когда создавали эту игру. Это что такое? Это что у меня за залупка такая-то непонятная? А, это шапочка. Все, у меня есть пацанская шапка, у меня есть пацанские штаны. Ладно, давай выживать, значит. Задача здесь, в этой игре, насколько я понимаю, выжить, да, в лесах Сибири. Чтобы тебе не откусили яйца какие-нибудь. Слушай, она мне чем-то напоминает по атмосфере, я не знаю, сталкер. Сталкер, не сталкер. Ну, как-то вот что-то чем-то веет, понимаешь, вот этим вот ржавым говном, который, наверное, здесь. Ну, сталкер нет, здесь в сталкере зима. Зима была в сталкере, нет? Напиши мне, я просто не помню. Ну, знаешь, что-то такое напоминает она мне, бля, я не могу понять, что именно. Как бы весь этот трэш, этот мусор, вся эта грязь, это Сибирь. Почему здесь очень много факторных помещений? Ну, именно факторки, я имею в виду, заводских, да, таких? Если Сибирь, это значит зима, да? Нормально, нормально, озвучено. Мне нужно найти оружие какое-нибудь, понимаешь? То есть не только вот эта вот херня, которая у меня в руках. Живность, значит, разные. Есть псы-мутанты, да, насколько мы поняли с тобой. Пса-мутанта мы одного завалили. То есть эта ебень преследовала меня. Пес-мутант у нас был. Это что такое? Рюкзак полный. Ну, если есть патроны, по идее, да, то, значит, есть вариации получения оружия. Но как его нужно крафтить или находить? Абсолютно бесполезное помещение оказалось здесь, смотри-ка. Вот там. Там что такое? Непонятненько. Неясненько. Так, значит. Видимо, темнеет, да? У нас, получается, здесь смена циклов дня и ночи есть. Это все хорошо, это все прекрасно. За 200 рублей, да почему бы и нет? Понимаешь, ключ у меня в правой руке трясется, прикрепленный к камере. И это радостно. Во, вон там какие-то здания. Да что за дыхание такое, блядь? Почему он дышит как-то странно? Я замерзаю, кстати. Персонажу нужно одеваться, я понял. То есть сделаны все механики, да? То есть, чтобы мы с тобой могли выживать, как бы. Можем замерзнуть, нам нужно пожрать, нас могут ранить. Есть псы-убийцы какие-то. Огромная-огромная карта. Кстати, Unreal Engine очень хорошо подходит для того, чтобы делать большие-большие локации. То есть, с этим движок очень хорошо справляется, как бы. Сексуальность в этом имеется. Большие-большие объемные, как говорится, локации. Давай посмотрим, что вон там вот за домишки. И где мне найти оружие? Вот в чем вопрос, понимаешь? То есть на нас с тобой напал пес, на нас с тобой напал медведь. Два противника уже есть за 200 рублей. Окупается, окупается. То есть ты можешь получить пиздюлей как от мишки, так и от собачишки. Но кто еще? Так, вот эта вот локация выглядит уже, знаешь, более такая, блядь, более развитая. Более интересная. И в гаражах, видишь, везде есть лут. Что это такое? Шоколадочка. Съедим шоколадочку. Везде. Опа-на. Все. По-пацански, понимаешь, по-пацански уже оделись. Это что такое? Это у нас зажигалочка. Взаимодействует с... Опа-на. Опа, нихуя. По-пацански. Зажигалочка, значит, шмоточки. Опа-на. А что это неожиданно? Опа. Опачки. Чё по патронам? Чё по патрикам у нас? АК-104. Ёбаны. А нету обоймы, да, у нас? Все нормально. 200 рублей вообще окупилось. У меня уже есть оружие, которое я могу держать. Так, ладно, хорошо. Смотрим дальше. Сексуализация проекта, понимаешь?
Правда, все размытое такое, размазанное, понимаешь, текстурки нечеткие, вон, мы нормал-мапы налепили, блядь, и нерадостно. Ну, смотри, блядь, ну, следы от автомобиля, типа. Нахуя они здесь размножены? Непонятненько. Так, значит, давай посмотрим, что у нас здесь. Значит, для нашего современного культурного общества графика, конечно, унылая, блядь. Это просто ужас. Ну, посмотри, ну, что это, 256 на 256 из Гугла текстуры, ну, ебаный вы театр, ну, блядь. Ну, вы посмотри, ну, вы ж просто, ну, вы ж просто, ну, вы взяли же фотографию, ну, ебаный, и налепили, ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а здесь у нас что? Это у нас что такое? Это у нас попыточка. Попыточку мы взяли. Сексуализация пошла. Опа-на, анимации неплохие. Анимации от первого лица неплохие. Так. Руки у нас отдельно от персонажа. Ты заметь, обрати внимание. Куртка на нас надета красная, знаешь. Руки синие. С перчатками. Такими перчатками мы даже и не пахнем. То есть, соответственно, эта модель никак не привязана. Она просто замоделена и все. Для каждого гана, соответственно, эти руки сделаны. Это что такое? Что начинается-то, блядь? Я слишком плохо обзывался об игре. Я же хорошо все, анимации понравились. Мне очень нравится анимация. Вот это вот, вот эта анимация мне очень нравится. Слышишь? Ебалой какой-то пахнет. Сука! У меня аж мурашки по коже пошли. Что-то меня ебать должно сейчас. Что-то жесткое должно напасть мне в жопу. Господи. Ой-ой-ой-ой. Слушай, а есть-есть-есть атмосфера. Мне нужно обоймы найти теперь, да? Понял. Рыбку. Рыбку взять не могу, рюкзак полный. Бинт. Бинт не надо. Аккумулятор нахуй. Если здесь есть автомобили, то это классно, но... Еще одна пушка. Еще одна пушка, которая бесполезная, да? То есть без обойм я не могу эти пушки использовать. Телек не работает, телек не показывает. Что у нас здесь еще есть? Вот это вот берем. Это что такое здесь? Здесь непонятно что. О, какие-то, а? Сделали там, а? Это что такое? Это другая куртка, это свитер. Свитер не могу? Мне вот так вот больше нравится. Так я стилевее, мне кажется. Абсолютно пусто, музыка продолжает играть. Опа-на. Патроны-то и, ну... Вот сюда-то я могу, не? Я перезарядить ничего не могу без обоймы, понимаешь? То есть какая херня? АК-104, АК-47. Но обоймы у меня нет. Мне анимация нравится вот эта. Опа. 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 Вот это да, вот это я понимаю. Так, значит, здесь тоже ничего. Ладно, обыскиваем дальше. Смотрим, есть ли у нас враг, есть ли у нас какой-нибудь противник, помимо того пса и мишку, которого мы с тобой встретили. Очень много патронов. Ну, неебическое количество патронов. Ну, просто громандиозное количество патронов. Прям, ну, очень много и ни одной обоймы. И с кем воевать с таким количеством патронов? Вопрос. Я не чувствую, что меня трахать собираются, понимаешь? То есть... Какие... Очень много зданий. Смотри, вон там какое-то помещение, которое можно посмотреть, прочекать. Я не вижу, что меня трахают, понимаешь? И это вот непонятно, то есть... Где кто, где, какие здесь должны быть ребята? И где мне найти обойму? Обойм тоже нет в игре. То есть, ну, я, по крайней мере, их не вижу. Музыка конченная прошла, поэтому можно бежать дальше, в принципе. Может быть, здесь есть и какие-то военные территории, да? Давай пошифтим, что у нас там. Температура. Поверхностное обморожение. Так. Ага. Там какая-то ебала ползает опять. Слушай, что-то мне напоминает эта игра. Я не... Кто рычит нахуй? О! Тут есть другие игроки? Что, блядь? Тут есть другие им... Это кто такие-то, а? Это что за Ванька, ебать? Это что за Ванька такой-то ебаный?
Тихо, тихо, нахуй! Это что за, блядь? Это что за Петя, блядь? С топоренком. Так, но я явно слышал, что собаку только что пизданули. Я явно слышал выстрелы опиздюления собаки. Кто пизданул пса, вопрос. Тю-тю-тю. Да-да-да, брат! Это игрок. О. О, ебать, так это ж... Ёбаный рот. No. Не-не-не, I'm friendly, блядь! Я думал, я буду... Блядь, так она посетит, а ёбаный рот. Hello, man, блядь, хуё, man. За 200 рублей, да и посетит, а ещё ведь. Охуеть. Слушай, молодцы-то, а. Всё, я басовать не буду больше. Молодцы-то, а, ля какие-то, а. У нас полноценная выживалочка по сети, а-ля убийца Дейзи. Ой-ой-ой. А неожиданно-то, а? Так. Собаку пизданул челик, получается, да? То есть он нашел оружие. Блядь, так здесь же дохуя. А я-то думал, это одиночечка. А это нихуя ж себе-то, а? Слушайте, ребята. Сексуализация пошла контента. А я не ожидал, что-то... Вот это ра-то-то. Слушай, интересно, даже повыживать хочется. Радис на интерчат, окей, Радис, стой там. А, ёб твою мать, так это же реально, я только сейчас чат увидел. Я буду через минуту. Hello, man, говорит, блядь. Я не буду говорить, потому что игроки русские. Еще узнают, нахуй, пизданут меня. Шумора. Я ненавижу, я тебе дизлайки постоянно ставлю. На тебе, сука, в игре, на тебе, Нет, я хочу поизучать теперь игру, блядь, это же новый шедевр, блядь, ты что, это, если это посети, то это ля какая, а? Ты чё, братья мои, это же не... Опа, на. Извини, пройти мимо не могу. Так, значит, это забираем тоже. Мне нужны обоймы, мне нужна обойма, понимаешь? То есть все, что мне нужно, это обойма. Чтобы я мог разобрать того челика, которого встретил. Если я найду обойму, я пойду нападать, как бы, я не буду здесь. Ну, как тебе говорить, говорится, ну, церемониться, да, я не буду яйца перетирать, как говорится, за дело. Я просто возьму оружие, значит, и буду уничтожать противника. Если это... Мне надо сенсу подстроить. А я-то думал, сейчас за 200 рублей кусок говнеца, сейчас посмотрю, обоссым с тобой, порадуемся. А-то нет, ты видишь? Чё, как к таким играм относишься? Вот вообще теперь срать, все минусы игры ушли просто, если это по сети. Понимаешь, потому что если по сети, это интересно, это можно выживать, это добывать ресурсы и уже срать, там, графика, не графика. Там, подожди-ка, мне нужно, знаешь, что сделать? Мне нужно вот так вот сделать обязательно. Все. Возможно, это новый шедевр убийца Дейзи, понимаешь, а я тут обоссываю, как бы. Самолеты, аирдропы, наверное, в игре есть. Бля, пабгеры летят, я тебе говорю. Слушай, а? Слушай, а ты чувствуешь, что есть-то, а? Потенциал-то, потенция-то, смотри-ка, как надо делать за 200 рублей в Steam. Привет. Блядь! Я понял. Молодой человек задумался, как говорится. Но ненадолго его хватило. Так, значит, что мы знаем? А, есть сервера. Да, то есть, получается, смотри, выбора сервера у меня не было. Меня просто подключили на сервер. А, соответственно, есть мастер-сервер и есть комнаты. Но ты не выбираешь сервер, на котором ты играешь. Тебя автоматически подзакидывает, соответственно, в какой-то, на какой-то сервер, получается, да? Так, здоровье у нас бустанулось. Здесь мы тоже сейчас подбустанем, здесь все окей. Вот. У нас есть фонарик сразу по умолчанию. Господи-то, а! Я теперь могу все прочекивать. Но фонарик будет палить меня, да, с другими игроками. Вот, и значит, получается такая, знаешь, ну, это интересно, это молодцы. Молодцы. Так и надо делать, как бы. Когда есть сервера, люди начинают прыгать по серверам и так далее. А здесь они просто сделали комнату. Вот, ты в комнату заходишь, если есть игроки. Ты кто? Ты кто? А, это пес. Маленький. Хаски. Я не хочу собак, нет. Нет, я люблю собак. Да что же у вас с рэгдоллами-то, а, ребята? Оба, а там Петр.
Петя. Петя-топорист. Петя-топорист из Старкова. Лута не нашел? Сейчас будем трахать Петю. Давай. Эть. Ой-ой-ой, как много крови ты из меня высосал, Петр. Так, подожди, здорово. Ой-ой-ой. Консервы уже не подлечусь. У меня блидинг. Все, у меня блидинг. Все, мно пиздарики. Мно пиздарики, я уже не довыживаю здесь. Мне нужен бинт срочно. Зачем мне эта стройка? Че там, 46? Консерву сожрать не могу? А как говорить? Я не знаю, как говорить здесь. Так, на X я сел или что я? На C я сажусь, стою. Так, хорошо. Можно взять в руку? Где? Сука, на X выкинуть топор было? Блять, я понажимал все клавиши и, по-моему, выкинул нахуй. Так, сейчас подожди, у Пети должен быть топор. Понял. Петя ненадолго был с нами. Чтобы сервер не засирать, значит, уничтожаются очень быстро у нас противники. Так, ладно, но тогда я, по идее, могу угрожать оружием, которое я тоже выкинул, да? Так, еще у нас штанишки. Обойма, блядь, а я выкинул ствол! Ёбаный ты кукушатник! АК-74 обойма, а у меня была АК-47. Блять! А то, что выкидываешь, короче, исчезает. Сервер это не сохраняет надолго. Нет. Ну я же не знал ведь, а. Сервер самоочищается постоянно-то, а. Ну что ж вы делаете-то, разработчики-то? Вот где обоймы надо было искать. Но у меня теперь нет ствола. Чё, я там теку? Я не теку, все нормально. Консервами пожрать не могу, у меня сильное обморожение. Выживание в Сибири, бля. Это просто шикарно, а? Ты чё, я хочу даже поиграть в эту игру, мне интересно. АК-104. АК-12. Может здесь ещё, может мы найдем АК-74? Сука, у меня обморожение, мне нужно погреться, по идее, да? Где-то же здесь должно быть момент, где можно погреться. Сука. Поэтому не слышно меня, пошли, жри, будет пополняться. Тут два человека играет, да? И я. Гоблин и радист. Почему у гоблина такая иконка странная? Он разработчик? На русский язык поставь в опциях. Гоблин играет в свою игру? И с теми, кто, соответственно, покупает эту игру в Стиме. Я понял. Ладно, хорошо. Мне нужно другое оружие. Но у меня сейчас... А чем мне пиздиться? А я же ничем убить-то не могу никого теперь. Все, пизда, как говорится. Ребята, мы приплыли, блядь. Он руками биться может? Он, наверное, руками биться-то и не умеет. Мне все как бы. Это кончик на палочке. А почему руками биться нельзя? Вопрос. Я опять что-то выкинул, блядь. На X выкидывать, что ли? Ну-ка. X выкинуть. Все, понял. Обойма для пистолета, а я выкинул здесь пистолет. Да, он. Да, он. А кто сделал на X выкидывать оружие? Вы, конечно, простите меня за мое грубое, хамское выражение, блядь, но на X в играх делать выкидывать... X кнопка, которая рядом с C, с присесть, сделана. Так, все, я сейчас буду обоссывать. Все, они разбудили во мне зверя, блядь. C кнопка рядом, X кнопка рядом. И если... Я думал на X здесь присесть или ложиться, я не помню, что я здесь делал на X. Но в любом случае... Рюкзак третьего левела, пабгерский. Да ладно-то, а? Посмотри-то какие, а? Опа-на! Опа-на! Еще и штаны бодрячком! И у меня сильное обморожение. Мне нужно где-то погреться. Но мне нечем сражаться. Как бы.
Слушай, интересно. Понимаешь, любая выживалка, несмотря на графическое, говёное оформление, если она по сети, где можно полутаться, найти вещи, повыживать, соответственно, у тебя есть какие-то шансы на выживание, всегда интересно, особенно что-то новое. Мне пизда. Это однозначно. Пошел нахуй, я слышу тебя! Я слышу тебя! Все, он трахает меня. Он трахает меня! Я на Сибирском шоссе! Нет! Как шалаву! И ящик, смотри, остался. Респаун. То есть я могу вернуться и забрать свой лут, да? А значит, респаун. Я нажал респаун, блядь. Значит, был отудран собакой, да? Что можно сказать? Огромный минус. Сразу тебе объясню. Если нет в руках холодного оружия, ты должен иметь что-то, чем можно защищаться, да? То есть не должно быть такого, что ты вот как бы, ну, знаешь, типа, блядь, ты потерял какую-то свою пушку, например, да? И ты такой хуяк пиздык-чирик, у тебя ничего нет, и ты даже драться кулаками не можешь. То есть вот он нам сразу дается, соответственно, холодное оружие какое-то. То есть как бы со старта, да? То есть оно дается рандомно. Тогда мне давали ключ, сейчас мне дали... И у меня другое... Нет, лицо у меня тоже, я такой же пацан, как говорится, да? То есть вот, это большой минус, потому что сразу не может... На X нужно убирать, естественно, разработчикам. Мне кажется, надо было на G... Чем они заняли G? Средство выкидывания, которое было по умолчанию всегда, как бы... За 200 рублей, конечно же, как бы сексуализация безусловная есть, потому что, ну, я не вижу никаких технических проблем, да, здесь есть рюкзаки, здесь есть шмотки. И вон, я сразу же приоделся, посмотри, то есть я уже по-пацански выгляжу. То есть, как бы, если меня встретят другие игроки, они уже будут смотреть на меня внимательно, как говорится. Вот. Ну, я не знаю, бля, я хочу поизучать эту игру, мне интересно. Как бы, как здесь можно выжить, найти пушки, я еще ни разу даже не пострелял, понимаешь, в этой игре. То есть понятно, что нужно находить обоймы, нужно находить то-сё. Но, блин, ну я же не пострелял ни разу. Вот обойма сразу лежала, как бы. Недостаток анимации, недостаток всего, но... Вон, смотри, мы с тобой просто зашли и приоделись, да? И бинты у нас есть, и водичка у нас есть. Если быстро научиться лутаться, все достаточно хорошо. Инвентарь, в принципе, сделан приятно, как бы. Графически это все, конечно, очень уебично выглядит, то есть дизайн и так далее. Но, тем не менее, как бы сексуализация, понимаешь? Да, один и тот же сервер, получается, у нас одна и та же комната работает на определенное количество игроков. То есть мы на том же сервере, тот же гоблин, только еще какие-то ребята у нас пришли. Бля, ну залипуха, залипуха. Значит, дружище, я решил посмотреть и обоссать, а в итоге-то, в принципе, за 200 рублей-то нормально, достойно, как бы, понимаешь. Сексуализация в этом продукте есть. То есть в него можно реально играть. Здесь есть Валера и Пети, с которыми ты занимаешься, соответственно. С них выпадает лут. В этот раз с него, заметь, топора не выпало. Это очень странно. Вот у нас бустанутое здоровье получается. Я не знаю, насколько здесь интересно воевать с другими игроками и насколько это актуально, но тем не менее вот такая вот у нас новиночка появилась в Стиме. На факторках, насколько мы понимаем, да, вот в таких вот помещениях мы можем найти пушки. Я не знаю, спаун здесь какой, насколько он рандомный вообще, но тем не менее. На факторках есть пушки, есть всякие разные вещи. Вон тоже эта обоймочка, да, у нас? АЕК. Но самого оружия на факторках нету почему-то. То есть мы вот настройки с тобой нашли, акулик. И все, здесь больше ничего. Ну, как я понимаю, здесь абсолютно рандомный спаун. То есть может заспауниться и пушка, а может заспауниться абсолютно нихера. То есть как бы... Опачки! Понял. Понял. Часы, вес взаимодействия. Похаваем, хорошо. Здесь есть аэропорт. Атаманина, блин, там смотри, тут карта-то получается большая. Ёлки-палки, а чё с рэгдоллами-то, ребятки, а? Ты посмотри-ка, ля, всем привет, я пришел, ребята. Всем привет, здравствуйте, поза называется, сука, это мне нравится. Слушай, ну есть угар, есть угар, есть неожиданно, блин. Думал обоссым с тобой сегодня в этот пятничный вечерочек, как говорится, но нет. Ну нет, есть сексуализация, как бы, даже интересно стало, понимаешь? Как бы...
очень много всякого бухла нашел, очень много всякой грязи, но ни одного оружия, с которого я могу пострелять. У меня есть обойма для пистолета, у меня есть для АЕК обойма, и все. Вот эта ветровка круче, не? Вот это, по-моему, красивее выглядит. Блин. Ну ничего же таки нету. Мне кажется, белые вещи здесь лучше носить. Слушай, я прям что-то залип, понимаешь? Я уже хочу закончить серию, а я залип. Я просто хочу стрельнуть, понимаешь? Мне очень важно пострелять. Вот. Патроны мы с тобой зарядили. Оба! Гоблин просто только что с постафети переписывались. И тут же гоблин его привалил. Бля, какой гоблин-то, а? Бля, написал, смотри. Сори. Ай-яй-яй, ты посмотри, ты. У тебя игроки покупают за 200 рублей игру, а ты убиваешь. Их смотри-ка, а, бля, говорит, сори. Только что они с просто Федей разговаривали, понимаешь, переписывались в чате. Федя, иди сюда. Сейчас Федя будет отдавать лут, сейчас, смотри, извиняться перед Федором. А Федя его не простит, он затаит на него зуб и будет охотиться на него, за ним по всему серверу. Там были вещи, я знаю, я их пропустил, но это абсолютно нормальное явление. Они мне не нужны. Мы в пожарке наверху, радист, сюда иди. Там пес, электроника. Ствол! Ай, собака, господи, все, мне страшно. Все. Ты что, сука, ты меня чуть не убила. Извини. У меня раздражительный фактор. Так, все, я немножко психанул. Но да ладно, это было, конечно, не... Это УЗИ. Для УЗИ нет. Для УЗИ не то. Две УЗИшки валялось, понимаешь? Две УЗИшки. Вот эта собака меня... Ой, как она меня взбесила. Как бы я ее бил, ей было похер, понимаешь? Она была нерадостная. Вот это да. Опять УЗИ нашли, опять все ненужное, как бы все бесполезное, не то, что нам с тобой нужно. Анимации. Так, анимашка, анимация УЗИ. Ну, нормально. Анимация оружия мне нравится. Анимация рук, точнее, видишь? Просто тык-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 тык. Так, значит. Здесь ничего... Блин, все, я залил... Все, короче, ребята. Значит, я посмотрел. Опа, нихуя себе, скорпион опана... Ля-ля-ля. Ля-ля. У нас теперь есть что, да? Но... Есть одна проблема. 9,18 патроны. Это 9,19. Это 5,56. 45 АЦП. У меня нет патронов. Для этой шаланды. Да? Здесь у нас 7,62. Здесь у нас 45 АЦП. Подзалип, короче, ребята. Подзалип непростительно. Скорпион 9.18. Скорпион 9.18. 9.19. АИК 9. Ага. Ну все, как бы. У меня есть УЗИ. Я хотел бы пострелять, понимаешь? Все, что мне нужно. Все, значит, дружище. Посмотрели мы с тобой на Classic Survival. Имеет место быть, как говорится, да? 200 рублей. 200 рублей, как говорится. Иди сюда, медведь. Нравится? Проще было с топора, по-моему. Перезарядочкой могу заняться? АИК 919. Патроны 918. Наебалово. Обманули. Как говорится, не знаю, стоит ли убивать мишек или нет. Иди на выстрелы, иди сюда, я разжег! Кто? Кто это? А, это не мне, это они между собой. Все, дружище, давай. Целую, люблю, пиши, что думаешь. Пока-пока.